Более года назад, в мае 2014 года, постановлением правительства Пермского края была утверждена программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов. В нее включены почти 15,5 тысяч многоквартирных домов. В текущем году запланировано отремонтировать 206 домов, и на эти цели требуется 460 миллионов рублей. Первые квитанции за капремонт жильцы получили в марте, однако собираемость платежей в регионе невысокая. По данным фонда капитального ремонта, этот показатель на 1 июля составил всего 9%. Большинству пермяков непонятно, откуда появились новые сборы. За несколько месяцев работы фонда стало понятно, что граждане просто не информированы по теме капитального ремонта. Этот вопрос, в общем-то, не решался в силу разных причин, объективных, субъективных. Тут нет смысла искать виноватых. Но стало понятно, что низкие сборы поступления от граждан в фонд капитального ремонта, они вот обусловлены в том числе, или, а может быть, на мой взгляд, даже прежде всего, низкой информированностью граждан о том, что нужно платить, и это закон. На площадке, организованной Общероссийским народным фронтом, представители краевой городской администрации, управляющих компаний, территориальных общественных самоуправлений обсуждали этот вопрос. По мнению инициаторов, наиболее эффективный способ донесения информации до жителей края – взаимодействие со СМИ. На сегодняшний день есть моменты, и по информированности в отдельных микрорайонах, и по стендовой работе, и по колл-центрам. Вот, допустим, мы сейчас вот говорили о том, чтобы информированность граждан была и по телефону, и с печатью, и была она, так сказать, сделана в управляющих компаниях. Поэтому мы хотим, чтобы вот эта вся работа, весь спектр работы, он вместе дал положительный результат. Способов донесения информации до населения много. В ближайшее время будут выбраны наиболее эффективные. До 1 сентября фонд капитального ремонта Пермского края должен предоставить программу по информированию жителей. Наталья Попова, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта».